В канун празднования Нового года судебные приставы Чувашии объявили акцию по взысканию задолженностей по алиментам. Новый год – праздник семейный, когда папа становится Дедом Морозом и приносит детям долгожданные подарки. По задумке судебных приставов, именно эта волшебная метаморфоза и должна произойти с алиментщиками республики. Родители, даже самые безответственные, должны подарить детям сказку. Выплаченные алименты тоже будут хорошим подарком. Акция продлится до 24 декабря. Каждому должнику напомнят, что от их выплат порой зависит жизнь и здоровье собственного ребенка. На днях к судебным приставам в прямом смысле слова были доставлены жители Ленинского района города Чебоксары. Так, один из должников с июля прошлого года просто забыл о собственном сыне и накопил задолженность на сумму более 40 тысяч рублей. Официально горе-папаша нигде не работает и трудоустроиться не пытается. Пьянствует. Били, что ли? А? А деньги откуда взяли? Судебные приставы не раз пытались образумить должника, но безуспешно. Мужчине вручили предупреждение об уголовной ответственности по части 1 статьи 157 за злостное уклонение от уплаты алиментов. В отношении должников, чья вина будет доказана судом, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации будут применены такие санкции, как исправительные работы или лишение свободы сроком до 1 года. С начала 2012 года судебными приставами Управления Федеральной службы судебных приставов России по Чувашской республике по фактам злостного уклонения от уплаты алиментов возбуждено 685 уголовных дел. Галина Титарчук, Антон Антонов, Республика.